И всем привет, дорогие друзья. В общем, хочу вам рассказать. Давно я хотел распечатать себе наклейки, ну, в виде рекламы своего канала. Ну и где-нибудь, когда бываю в каких-то местах, в общем, их распечатывать. Ну и его все-таки решил с мыслью, ну, напечатал, точнее, нарисовал себе в фотошопе шаблончик, отдал в печать. Все мне быстренько напечатали. Ну и, в общем, сейчас я вам покажу, что получилось. В общем, смотрите, как все это у меня вышло. То есть вот наклеечка. Видно, что это у меня YouTube, Рутуб, Дзен-канал, Ярус. И также QR-код на другой мой канал на Дзене. Все это я сам вырезал ножничками, потому что если отдавать с контурной резкой, то было бы в два раза дороже. Но я решил попробовать пока сам. Ну и вырезал так аккуратненько. Качество пленки очень хорошее. Это винил с бумагой. То есть он устойчив к внешним, к окружающей среде, в общем. Так. Вот. Посему эти наклеечки должны держаться, то есть они не боятся ни воды, ни солнца, ни снега, ни града. Ну, то, что нам надо. В общем, теперь будем в каких-нибудь интересных местах бывать, где-нибудь за городом или в других городах, или я не знаю где. Ну и, в общем, буду такие расклеивать наклеечки. Может быть, кто-то и придет, и подпишется. Вот. Ну, вот такая вот, в общем, у меня задумка. Кому нравится, не нравится, в общем, думайте сами, решайте. Вот такая вот у меня мысля пришла, я ее как бы реализовал. Ну а на этом пока что все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.